Микрорайон Волга Лайф, Дорошиха, 5 августа 2018 года. Полностью готова входная группа, покрашена, облицована плиткой. Первый корпус полностью готов к сдаче. Это огромное здание с огромным количеством маленьких квартирок. Оно еле помещается в кадр. Третий корпус совсем другой расцветкой. И второй корпус. Они также готовы. Вся территория благоустроена, снят забор и сделана детская площадка между этими домами. Старая детская площадка пользуется огромной популярностью, несмотря на двухметровые заросли. Вот эти дома, также готова котельная. Видимо, эти дома будут скоро уже сдаваться, к Новому году, скорее всего. Четвертый корпус полностью построен, но не облицован. Магазин тоже полностью построен. И вдалеке строится еще несколько корпусов. Не знаю, какая у них нумерация. Вот эта вся территория будет постепенно терраформирована и тоже пойдет под застройку второй-третьей очереди строительства. А пока забиты сваи еще под, по крайней мере, один дом, может быть, под два дома. Так что стройка не заканчивается.